Соревнования по плаванию среди трудовых коллективов города Славянска на Кубани прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном бассейне «Дельфин». Состязания проходили под девизом «Славянский район за единую здоровую Кубань». За звание лучших пловцов боролись 9 трудовых коллективов. Соревнования проходили в зачет 8-й спартакиады Славянского городского поселения. В каждой команде было по 5 человек – 3 женщины и 2 мужчин. В ходе эстафеты участникам нужно было проплыть 25 метров. По результатам соревнований на первом месте закрытое акционерное общество «Тандер». Серебро взяла команда отдела МВД России по Славянскому району. Кубанское управление технологического транспорта на третьем месте.